Всем привет! В этом видео вы узнаете баннеры и рераны каких персонажей пройдут в обновлениях 3.6 и 3.7 по последней информации. Всем приятного просмотра! Чтобы никто не запутался, начнем с того, что сейчас идет обновление 3.5. Вторая половина этого обновления начнется 21 марта, и уже даже известен официальный состав баннеров. Также напоминаю, что информация, сказанная далее в видео, может еще поменяться в силу того, что она все еще находится в разработке. Следующее обновление 3.6 стартует 12 апреля, и там немножечко изменился порядок баннеров. Теперь в первой половине будут Ниву с Нахидой. У Нахиды есть второе задание легенд, а у него вкусные бафы бездны на бутоны. А во второй Байджу и Ганьюй. Байджу уже анонсирован, а вот Ганьюй выглядит подозрительно на фоне этих баннеров. Но зная наших разработчиков, все может быть. Кавик, скорее всего, тоже будет во второй половине. По крайней мере, так было по прошлой информации. И кстати, подписывайтесь на наш телеграм, ведь уже скоро пройдет стрим разработчиков. Там мы опубликуем официальные баннеры и промокоды. Ссылка в описании. А вот в обновлении 3.7, которая выйдет 24 мая, пройдут самые ожидаемые рераны, кроме Кадзухи. Он будет чуть позже. Думаю, вы уже слышали, что патч 3.7 будет состоять полностью из реранов и одного новенького 4-звездочного персонажа из Надзумы. То есть новых 5-звездочных персонажей до выхода нового региона Фонтейна добавлять уже не будут. И скорее всего в 3.7 наконец зареранят Эолу, которая отсутствовала в баннерах более года, Джунли и Альбеда, а также возможно Странника. В общем, патчи 3.7 и 3.8 будут состоять из самых ожидаемых баннеров, и выбить всех нужных персонажей будет попросту невозможно. Напишите в комментариях, баннер какого из перечисленных персонажей ждете вы. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, и всем пока!